Ребятушки, всем привет! Итак, начинаем мы первый дом в этом году. Сегодня 23 апреля. Будем строить фундамент под кирпичный дом. Буду делиться сегодня с полезными принадлежностями для строительства, удобными, недорогими, так как это я решил, исходя из того, что в наш офис-магазин начали приходить очень много частных застройщиков, кто сам, ну, в общем, кто сам строит своими руками. В итоге они сейчас заходят на YouTube, смотрят ролики и говорят: вот на ваших видео учимся и строим фундаменты. Поэтому решил более подробно буду показывать все моменты, в общем, рабочего процесса нашего, какие-то лайфхаки, может быть, какие-то полезные принадлежности, так как есть чем сравнить, сразу скажу. Вот начиная там простоты до заканчивая геморроя, можно сказать, сложных работ. Поэтому поехали. Сейчас мы сегодня отмечаем на участке первый день, делаем разметку. Вот у нас забор по периметру. Привязываем дом к участку. В общем, спереди там у нас отмерили 10 метров, по бокам по 3 метра выходит как раз. Посередине устанавливается дом. И сейчас хочу показать вам такую вот принадлежность, как штыри, колышки для отметки углов котлована, траншеи, можно сказать. Вот они здесь такие у нас утолщенные, чтобы можно было забивать. Здесь она острая. Это гибкий связь, можно сказать по-другому. Высота 30 сантиметров, то есть длина. Толщина пятерка, забивается очень хорошо молотком. Стоит вообще копейки, там 12 рублей одна штука. А в другом случае мы там и другие, наверное, всегда ищут какие-то деревяшки, там арматуры, куски. Ну, сами понимаете, арматуры резать, это все круги нужно покупать. Тем более арматура дорогая, если даже по 50 сантиметров его пилить. Очень большой расход на арматуру получится у вас, на круги, на безопасность, так как может там искры залететь в глаза, вылететь круг. Но это уже нюанс, конечно. Все равно вот такие вот штыри по 12 рублей. Очень удобные, забиваются четко в землю, достаточно 30-сантиметрового. В общем, копейки, многоразовые причем. Забили, вытащили, на следующем объекте начали применять. А арматуру все равно вот забиваешь, вытаскивать тяжело. Сейчас будем смотреть процессы, как это все делается. Сейчас буду показывать.